Какая проблемка? Вот если сюда должен был быть закреплен нечто типа крепежа, такого квадратика, и на нем шпилька. Но все сгнило, видите, тут ржавчина осталась от нее, ничего не осталось, ни здесь и здесь. Весь лем держится на этих двух ерунденях. Клипсе и винте. Ну, вот еще две клипсы. Ну вот, но это так, то есть не будет держаться без вот этих вот крепежей. Какая мысль появилась? Вот здесь у меня вот такой вот кусочек металла. Здесь было, оказалось, что порядка меньше 5 миллиметров. С помощью метчика я прорезал резьбу. И вот из этого сделаю две пластинки, которые будут завернуты туда. В них, ну, будут вставлены туда, в них будут вернуты болты, как гайкой. И закреплено. Вот так. Вот будет вернуты болты. И вот сюда. И закреплен этот лем на дугу. Вот размечены размеры. Такие пластинки будут. Надо будет резать болгаркой или ножовкой. Только болгаркой. Так, ну вот деталюшки, которые должны мне подойти. Вот такие вот. Сейчас мы их немножко отвинтуем. Так, ну давайте проверим, входит, не входит. Ну, по ширине почему-то маловат. Я могу, если что, резануть и так чуть с краев. Ну да ладно, попробуем. Вроде разворачиваться не должно. Это ей не даст развернуться. Еще одна. Охренеть. Ох. Вот куда я забивал, оказывается. То есть они там жили. Твориссимо. Вот почему не лезла. И ага, пардоньте, надо же еще разбить. Итак, чтобы это все можно было
потом снять, нужно разбить здесь резьбу, зафиксировав ее жестко. Все-таки еще крутится. Раскрошился. Встаю. Вот. Так. И следующие. Вот. Осталось затянуть. Готово. Фактически все приходится выдирать. О, хорошо. Ну реально приходится все снимать, демонтировать. Потому что ну не встает, разрушается. Не знаю даже, подмыть бы ее. Ну вот, сейчас мы помоем вот этой вот редкой гадости. Aviation Cleaner Heavy Duty Degreaser. Очиститель грязи с авиационной. Посмотрим, чем она поможет. Так, ну вот, я где-то 1:5, вот так 1:4 размешал. Сейчас мы снимем вот эту. Ставим вот эту и посмотрим, что получится. Итак, теперь ждем минут 15. Пусть немножко разъест все это масло, пыль, грязь. Вот, пришлось все протереть, блин, чтобы не выглядело ужасно. Вот.
Вот такой красавец получился. Ну, после годичного стояния ключики и я, конечно, не знаю, но вот посмотрите, подкралась незаметно, развалился каркас кресла, но мы тут же нашли выход. Да, еще и вот место. Блин, а все рассыпалось. Вообще. Thank you.